играет, посмотрите просто, как обыгрывает. Такая настоящая Джога Бонита бразильская, но и удар, это просто фантастика, 22-я минута. Здесь нужно и повтор осмотреть, и в обзорах, где только... Поединок выдал, бомбило, продолжает движение к воротам. Вот это уже настоящий гол, слаломный проход. Очень хитро играет Лукас в этой атаке. Двоих футболистов на замахах убирает. Здоровый партнер по команде оставил пространство для маневра. 2-0 на 34-й минуте поединка. Лукас бомбило. Стой,
это очень хорошая передача от Лукаса. Ситника простреливает уже тоже очень сконцентрированная игра. Лукас пока с заменами, дальнейшими заменами не спешит. Возможно, приберет их Артура Ленина на более поздние минуты. Сергей Мельник очень хитро отдает на Лукаса в штрафную площадку. На ударной позиции бразилец пробивает. Рубин пропускает в этом чемпионате уже.